Удивительный парадокс. Если женщине, например, скажут: «Татьяна, у тебя стандартное лицо». На эту фразу она обидится. А если скажут: «У тебя стандартная фигура». А вот это сочтет за комплимент. 90-60-90 – вожделенная мечта, на деле доступная лишь немногим. Сегодня женщинам с аппетитными формами доступны все прелести моды. Почувствовать себя бриллиантом может любая. И как каждому бриллианту, важно правильно подобрать огранку в виде одежды. Одежды яркой, модной, красивой, удобной, которая будет подчеркивать формы, а не скрывать их. В этом нам, как всегда, поможет черно-белая гамма в одежде. Черный и белый – настоящие корректоры фигуры. Черная одежда – лучший помощник там, где надо что-то скрыть. А белая, наоборот, подчеркнет достоинство и освежит образ. Белый верх, темный низ – классическое сочетание для любого случая. Этим летом популярны легкие воздушные ткани с нежными принтами. Строгие геометрические линии отвлекают от несовершенства фигуры, создавая неповторимый образ в целом. Геометрия больше всего преуспела на службе устроенности. Но чтобы костюмчик, как говорится, хорошо сидел, просто необходимо подобрать правильное утягивающее и корректирующее белье. Непредсказуемым амурским летом в гардеробе любой женщины не лишним будет летний легкий плащ. Леди дождя. Нежный мятный цвет на пике модного Олимпа этим летом. Долой унылые балахоны. Да здравствует стильная и яркая одежда. В основе одежды для пышных женщин, естественно, лежат правильные лекала, которые будут подчеркивать фигуру, подчеркивать всю ее красоту. Летом предпочитай натуральные ткани, например, хлопок, лен или деним. Для представительниц прекрасного пола, которые обладают пышными формами, такие вещи отличаются пошивом. В красном платье в стиле сафари трудно остаться незамеченной. Свободный крой, множество карманов, ремни, воротничок, стоечка, многочисленные пуговицы. Все эти атрибуты когда-то были заимствованы из мужского стиля. Но как раз именно они придают платьям в стиле сафари особую женственность и привлекательность. Самое главное – оставаться самой собой. Быть настоящей, сохраняй здоровье и будь уверена в себе. Не меняй себя для других. Ты прекрасна и очаровательна. Просто нужно в это поверить. Куда обычно смотрят мужчины? На грудь, на бедра, на ноги, конечно. Да, это действительно так, но только не в том случае, когда мимо проходит женщина с шармом. Татьяна, дежурная по рубрике.